Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашем канале. Сегодня в нашем видеообзоре мы вам представим прически и стрижки на среднюю длину волос. Каждый раз, собираясь на торжество, больше всего внимания мы придаем внешнему виду, макияжу, одежде, маникюру и, конечно же, прическе, потому что все это создает наш цельный образ, который должен быть красивым, стильным и, конечно же, модным. Поэтому предлагаем вам подборку самых красивых вечерних причесок на среднюю длину волос. Прическа делает женщину и девушку неотразимой и более уверенной в себе. Выбирая для себя вечернюю праздничную прическу, придерживайтесь нескольких правил. Праздничная прическа должна подходить к вашему образу и дополнять его. Она должна подчеркивать достоинства внешности и скрывать недостатки. Если вы хотите получить желаемую прическу, тогда лучше обратиться к мастеру, который поможет выбрать вам прическу в зависимости от длины и структуры волос. Прическа делает женщину неотразимой и более уверенной в себе. Праздничная прическа должна подходить к вашему образу и дополнять его. Она должна подчеркивать достоинства внешности и скрывать недостатки. Стилисты с каждым новым сезоном экспериментируют с созданием новых образов, усовершенствуют стрижки, а также радуют своим разнообразием в данной области и никогда не останавливаются на достигнутом. Иногда мода на старые виды стрижек или причесок возобновляется, меняется только подача прически, а именно зачесы в разные стороны или степень филировки. Также разнообразить один вид прически можно с помощью определенных видов укладки. В основном женщины предпочитают носить волосы средней длины, поэтому разнообразие стрижек для подобной длины волос радует своим разнообразием. На среднюю длину волос можно сделать самые разнообразные прически. Это самая популярная длина в наше время для всех возрастов. Среднюю длину волос можно как распустить, так и собрать в стильную праздничную прическу. Как показывает практика, чаще всего женщины выбирают распущенные волосы. Они могут быть идеально гладкими или завитыми, красивые локоны. Такая прическа подойдет абсолютно к любому праздничному образу. А также всеми любимые пучки, которые красиво собраны внизу, будут актуальным вариантом для вечерней прически. А выбивающие пряди, обрамляющие лицо, придадут образу романтичность и элегантность. Выбирайте ту прическу, которая подчеркивает ваш стиль и индивидуальность. Дорогие наши красавицы, создавая подборки, мы искренне желаем вам красоты и счастья, чтобы все ваши мечты исполнились. До новых встреч, друзья! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видеообзоры.